Между тем, сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность очередного притона. Задержано 7 человек. Все они наркоманы со стажем и не раз привлекались к уголовной и административной ответственности. А некоторые уже успели побывать в местах лишения свободы. В ходе проверки было установлено, что все задержанные принимали ацетилированный опий. В квартире было найдено 15 шприцов. И уже сегодня по этому делу состоялся суд. В отношении самих наркозависимых, которые там были, там мы составляем административные материалы по факту употребления ими наркотических средств по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. Так, ну а по хозяину квартиры, который у нас является как бы содержателем притона, мы собрали необходимые документы, будут переданы они в наш следственный отдел и после чего направлены в суд.